Поздравление предоставляется заместителю командующего дважды краснознаменным Балтийским флотом контр-адмиралу Смоляку Игорю Владимировичу. Уважаемые товарищи, сегодня в морской пехоте России 316 лет. Создание полков морских солдат непрерывно связано с именем и великими деяниями императора Петра Великого, самоотверженным трудом и мужеством его сподвижников на берегах Балтики был создан морской бастион нашего Отечества. Наградить памятным знаком, медалью Западного военного округа за участие в совместных стратегических учениях «Запад-2021». Гвардии подполковника Шалина Михаила Сергеевича. Гвардии подполковника Ералиева Ахмеда Магомед Загировича. Гвардии майора Курманова Тимура Султанбековича. Гвардии старшего лейтенанта Загорудько Семена Сергеевича. Гвардии старшего лейтенанта Кирсанова Виталия Андреевича. Гвардии сержанта Биткова Дениса Андреевича. Приказом командира войсковой части 06017 номер 77 от 22 ноября 2021 года за высокие показатели в боевой подготовке и в честь празднования 316-й годовщины со дня образования морской пехоты присвоить очередное воинское звание гвардии старшему сержанту Ворошилову Андрею Андреевичу, гвардии прапорщик. Присвоить очередное воинское звание старший сержант гвардии сержанту Павлову Павлу Вячеславовичу. Гвардии сержанту Митешкину Константину Евгеньевичу. Приказом командира войсковой части 06017 номер 316 от 21 ноября за высокие показатели боевой подготовки и в честь празднования 316-й годовщины со дня образования морской пехоты наградить ценным подарком гвардии подполковника Аухимик Игоря Александровича.
гвардии майора Сорогина Сергея Андреевича. Гвардии майора Чередниченко Артема Ивановича. Гвардии капитана Казанкина Антона Александровича. Гвардии капитана Газиева Руслана Рустамовича. На нашем празднике присутствует руководитель школьного отряда юнармии имени Героя России генерала-майора Кочешкова Мельниченко Евгений Николаевич. Благодарственное письмо вручается гвардии полковнику Калмыкову Игорю Николаевичу. Товарищ контр-адмирал, приказ доведения. Смирно! Торжественному маршу! Поротно! На одного линейного дистанции! Управление прямо! Остальные направо! На плее! Чё? Есть! Равнение направо! Шагом! Марш! Коробка личного состава десанта штурмового батальона, боевой экипировки и ракеты. Личный состав батальона «Негров» неоднократно выполнял свои задачи на них знакомых с полигоном, проявляя мудрость и отвагу. Перед вами проходит второй батальон морской пехоты, которые на протяжении всего 2021 учебного года выполняли все учебно-боевые задачи только на оценку хорошо и отлично. Thank you.
реактивные батареи и батареи противотанковых управляемых ракет. Каждый личный состав является ударной мощью при выполнении чертобоевых задач. Перед вами проходит строй батальона материального обеспечения. Заходы службы батальон принимает непосредственное участие в обеспечении боевой подготовки бригады. Бригады, личный состав дивизиона надежно защищает личный состав бригады от атак противника с воздуха. Предоставляется группа выполнения строевых приемов с оружием, которой командует гвардии лейтенант Таранов Марк Андреевич. Морские пехотинцы демонстрируют технику выполнения строевых приемов с оружием. Ведь недаром гласит армейская пословица: красив в строю, силен в бою. Yeah!
поблагодарить наших морских пехотинцев за аплодисменты. Бригады БТР 82А. Это основная боевая машина, предназначена выполнение боевых задач морской пехоты. Выступление подготовил командир десантно-штурмового батальона гвардии подполковник Гончаров Алексей Сергеевич. Экипажи машин. Экипаж номер один. Гвардии старший сержант Высоцкий Сергей Николаевич. Водитель гвардии старший матрос Романенко Александр Владимирович. Наводчик гвардии старший матрос Винников Артем Викторович. Экипаж номер два. Старший машины гвардии старший матрос Рыков Алексей Валерьевич. За рулем гвардии младший сержант Мубинжон Наимжонович. Наводчик гвардии матрос Гендарев Виталий Геннадьевич. Экипаж номер три. Командир машины гвардии матрос Мирскулава Илья Мурадиевич. Водитель гвардии матрос Щербаков Дмитрий Алексеевич. Наводчик гвардии матрос Кудрин Василий Васильевич. Экипаж номер 4. Командир гвардии матрос Зиганшин Иван Русланович. Водитель гвардии старший матрос Сидорев Игорь Александрович. Наводчик гвардии матрос Струев Евгений Сергеевич. Экипаж номер 5. Командир гвардии матрос Борщук Родион Александрович. За рулем гвардии матрос Пинчук Егор Витальевич. Наводчик гвардии матрос Савин Артем Дмитриевич. Выполняется элемент «Бабочка». Элемент сквозной проход. Это является одним из сложнейших элементов, требующих слаженных действий экипажей.
элемент «Бабочка». Бронетранспортеры двигаются в различных направлениях, пересекаясь в движении. Поцелуй. ВТР сходятся и останавливаются друг перед другом буквально в 50 сантиметрах. Заключительным элементом является проход торжественным маршем мимо трибуны.
наши экипажи. Кинжальная атака моряков, а если в рукопашной... Вашему вниманию предоставляется группа рукопашного боя, которой командует гвардии сержант Гусс Максим Валентинович. Разведчики демонстрируют технику рукопашного боя без оружия на 8 часов, а также с оружием на 16 часов, изготовку для стрельбы из различных положений. Разведка – основная задача подразделения сбор полных, достоверных и точных сведений о противнике и местности. Все то, что необходимо командиру для принятия верного решения. Thank you.
поприветствуем наших разведчиков. Шагом! Марш! Побежденный,
дорогие пехотинцы, благодарю за песню. В исходное положение. Шагом. Марш. Морского флота и боевое знамя бригады. Смирно. Равнение направо.